Я сейчас здесь копну, по счастливой случайности, сразу вот монетка. Вот она. И это радует. Скорее всего, это советы. Сейчас мы возьмем ее. И посмотрим. Да, скорее всего. Скорее всего, советы. Это ж так интересно. Ну нет. По весу не похоже. Аня, герб. Герб. Да, ну какой год. Да, СССР. Ох, старая монетка. Это 5 копеек. Или 3. Такие легкие. GoPro, стоп видео. Вот здесь срезают дорогу. И вот тут такой срез интересный. Вот. Здесь сигнал поймал. Сейчас копнем, посмотрим. Когда-то здесь находили цепочки, крестики. Здесь степь. 22 20 24 30. На поверхности нету сигнала. Проверим. Ну да, в принципе, почему бы нет? Патрончик. Оп. Вот патрончик. Это у нас что? Непонятно. Ну, патина. Предмет свинцовый. Что-то старенькое. Похоже на оплавок. Древний оплавок. Потому что свинец уже покрылся таким налетом беловатым. Я продолбил, глина уже мягко пошла под льдом. Так, смотрим, что у нас здесь. 36 36. Так, на коленки встали. Стоп, что-то было. Ага. Ну вот, смотрите, нашел. Вещь старенькая. Какая-то. Ну, она очень легкая. Какая-то такая заглушка алюминиевая. Ладно, потом рассмотрим. Вот тут, короче, кусок алюминия, то есть фу этого. Да, алюминий. Тоже алюминий. Отливал кто-то алюминий. И остались оплавки. Ну, скорее всего, опять оплавки те же. 26, 34.
И куча облавков осталась на глубине. Я штук 10 их собрал и не хочу больше собирать. Сигнал идет, но... Вот, 42, 44, 46. GoPro стоп-видео. Ну вот, я отколол сверху. Сантиметров 10. 46, 42. 44. Вот эти оплавки, которые в той лунке были. То есть там сигналы, сигналы, сигнал были. Но смысл мне там копать, если я понимаю, что вот там будет все вот в этих оплавках. То есть надо поменять место, да и все. Ну вот, нашел цапочку. Какую-то такую, видите? Явно не из эпицентра вещь. Для сельских каких-то нужд. Ну, это раритет какой-то крестьянский. Патрончик. Проволока, гвоздик. Вот патрончик, проволока. Крестьянский раритет типа цапки. Вот. Оплавки оттуда. Сейчас хочу пойти там, где дорога. Разравнивают. Если меня туда не погонят, я там быстренько пройдусь. Хотя, скорее всего, погонят, потому что там трактор работает. Вот в этой лунке. Какая-то зеленая патиной покрытая штука. Ну, что-то старенькое. GoPro стоп видео. Вот здесь 30 сантиметров, говорят, срезали поле. Вот жилищный комплекс, как я уже говорил. Где-то здесь вислую печать я нашел. И вот здесь сигнал был. Вот. Похоже на какие-то керамические элементы. Вот здесь сигнал сильный шел. Ага. Так, я перешел с того поля на травянистое. Здесь не снимали слой. А тот слой, где сняли, там 20 сантиметров, 23 сантиметра, говорят, сняли. Я там нашел вислую печать. Вот туда свезли, вон там трактор ходит сейчас, туда свезли эту землю. Смотрим сейчас в этих кучах, которые срезали и сюда сыпали. Нашел самопал. Это 90-е годы, наверное, по крайней мере, я так думаю. Самопал, кто-то делал.